Дополнительные сборы на онлайн-покупки из-за рубежа могут ввести в России. Варианты введения пошлины рассмотрели в понедельник, 23 ноября, на заседании Совета Евразийской экономической комиссии, сообщают федеральные СМИ. По предварительной информации, рабочая группа подготовила два проекта. Согласно первому проекту, любителям зарубежных интернет-магазинов придется платить по следующей схеме. Товары дешевле 22 евро и весом менее 1 килограмма от пошлины освободят. За посылки стоимостью от 22 до 150 евро и весом от 1 до 10 килограммов придется выложить дополнительно 15 евро. Товары с еще большими показателями потребуют уплаты сбора 15 евро плюс 30% от таможенной стоимости. Согласно второму проекту, товары стоимостью до 150 евро и весом до 10 килограммов будут облагаться сбором в 10 евро. Если посылка окажется дороже и тяжелее, помимо 10 евро придется выложить 30% от таможенной стоимости. При этом пока неизвестно, будет ли принято окончательное решение по итогам заседания.